Иоганн Себастьян Бах. Все бранденбургские концерты. Большой парад солистов. Поскольку я имел счастье несколько лет назад быть услышанным вашим королевским высочеством, и, как мне показалось, ваше высочество испытали некоторое удовольствие от незначительных талантов, которые небо даровало мне в области музыки, выражаю вам благодарность за то, что вы оказали мне честь попросить меня отправить вашему высочеству несколько моих произведений. Поэтому я беру на себя смелость подарить вам мои новые рукописи. Эти 6 концертов предназначены для исполнения на нескольких инструментах. Прошу покорнейше не судить их несовершенство со строгостью вашего изысканного вкуса, который всем известен. Я делаю это для того, чтобы выразить вашему высочеству мое самое глубокое уважение и почтение. Остаюсь вашим покорным слугой. Иоганн Себастьян Бах. Это было дарственное письмо марграфу Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведскому 24 марта 1721 года. Король Фридрих Вильгельм Прусский не был большим ценителем искусств, поэтому его сыну Кристиану Людвигу, скорее всего, не хватило музыкантов в его оркестре для исполнения концерта. Рукописная партитура осталась нераскрытой в библиотеке Марграфа вплоть до его смерти в 1734 году, после чего была продана за 24 монеты серебром. На сегодняшний день это всего лишь около $22. Рукопись концерта была заново открыта только через 115 лет, в 1849 году. Еще через год эти произведения были опубликованы, получили общее название бранденбургских концертов и начали свое триумфальное шествие по миру. программу. Послушайте группу знаменитого органиста и композитора. Был он обычным шкалером, без денег, но с хорошим аппетитом. В шумном и веселом Гамбурге денежки быстро кончились, и в обратный путь Иоганн Себастьян отправился с пустым кошельком. Вскоре музыка голодного желудка заглушила музыку сфер, а запахи из придорожного трактира сводили с ума. Оголодавший Бах стоял перед трактиром и безнадежно рылся в карман. Денег, не было. Вдруг из открытого окна в кучу мусора упали 3 селедочные головы. Бах безо всякого стеснения подобрал их и собрался подкрепиться. Надкусывая первую селедочную голову, он чуть не лишился зуба. В селедке был спрятан золотой дукат. Изумленный Бах быстренько распотрошил вторую голову, еще золотой, и в третьей то же самое. Откуда взялись дукаты в селедочных головах, этого до сих пор не знает никто. Но что же сделал юный Бах? Он сытно пообедал и вновь отправился в путь, насвистывая пришедшие ему на ум мелодии. Отец Баха скончался, когда Иоганну Себастьяну было 9 лет. И он был отдан на воспитание старшему брату, органисту Иоганну Кристофу. У того имелся сборник произведений моднейших в то время композиторов – Пахибеля, Укстикуды и других. Эту легкую музыку старший брат забирал в зарешеченный шкаф, чтобы мальчишка не развратился и не потерял уважение к истинным музыкальным авторитетам. Ночью юный Бах умудрился каким-то хитрым способом вытащить из-за решетки нотный сборник. Он тайком переписывал его для себя, хоть и пришлось делать это при свете луны. Но, увы, когда героический труд близился к завершению, вошел Иоганн Кристоф, застал младшего брата на месте преступления и отобрал и оригинал, и копию. Мальчишка жутко разозлился, он заплакал, бросил встать, брат и закричал: «Да раз так, я сам напишу такую музыку, я напишу еще лучше!» Но брат лишь рассмеялся в ответ и сказал: «Иди спать, болтун!» Однако Иоганн Себастьян слов на ветер не бросал и свое детское обещание выполнил. Кстати, второй бранденбургский концерт записан на золотую пластинку Voyager и уже вылетел за пределы Солнечной системы. церкви Святого Фомы, Бах основные доходы получал от исполнения музыки по случаю свадеб и похорон, которые неплохо оплачивались прихожанами. Однажды, когда все жители города долгое время пребывали в полном физическом и душевном здравии, а потому никак не хотели умирать или жениться, доходы Баха стали мизерными. Жена пожаловалась мужу, что скоро у них в доме не будет денег даже на еду. Иоганн Себастьян развел руками. Дорогая моя, всему виной здоровый воздух Ляйпцига. Оттого покойников и молодоженов маловато. А нам, живым и женатым, жить не на что. Анна Магдалена была чудесным человеком. И вместе они, должно быть, составляли великолепную и совершенно сумасшедшую пару. Мало того, что Анна Магдалена родила ему 13 детей, ей приходилось заботиться еще и о 4 детях Баха от первого брака, а также о разных родственниках, которые поселились у них в доме. Она пела во многих концертах Баха, училась у него играть на клавесине и, возможно, на клавире. Она переписывала все его новые сочинения. А еще она любила цветы и птиц и умудрялась проводить время для садоводства. У них в доме постоянно бывали гости, Бах любил давать званые обеды, на которых все его семейство развлекало присутствующих совместным пением и музицированием. В доме Баха всегда было шумно и весело. А нам остается только удивляться, когда же он сумел сочинить всю свою музыку. Возможно, папа любил его за это нисколько не меньше, а может даже и больше. Затихло, улеглось и обрело свой